сегодняшнего дня. Находка, мясорубка Redmond. Маленькая, компактная, в черном цвете, брутальная. Но самое главное, что она мощная. 800 ватт справляется с абсолютно любым мясом. И не только мясом. Отправляю вместе с жилами. Отправляю вместе, не побоюсь этого слова, с хрящиками. И она с легкостью справляется. Абсолютно. Более того, она справляется не только с мясом. Это универсальный прибор, который поможет нашим милым домохозяйкам. И не только нашим домохозяйкам справиться с легкой задачей. Если вспомнить, как раньше у нас было в советское время, вот эти вот мясорубки, которые нужно крутить, прилагать усилия, да, которые да, постоянно бегают по столу, нужно постоянно это все прикрутить, разобрать, собрать тяжело. Мы представляем мясорубку, которую не надо уделять много времени. Угу. Благодаря этой мясорубке, этой мощной, сильной мясорубке, всего лишь за одну минуту мы получим больше 1,5 килограмма мяса. И мы или любого другого фарша. Видели, как сделал это Олег Сотников с помощью мясорубки от компании Redmond. Почему именно эту мясорубку мы рекомендуем? Потому что она очень легко моется, потому что она очень компактная. Можешь попробовать, какая она маленькая, как она впишется в любой интерьер нашей кухни. И главное, что она очень легкая. С ней справится даже ребенок. Попробуй. Слушай, ну это очень здорово. Посмотрите, действительно компактная. У нас на кухне мало места. Вечно нам его не хватает. Посмотрите, как правда легкая какая. А еще, знаешь, хотела что спросить? Часто мясорубки вот, у многих ломались, а ломались они именно вот в этом месте. Вот расскажи, пожалуйста, прочна ли эта мясорубка? Абсолютно. Дело в том, что у других производителей вот в этом месте стоит пластиковая втулка. Так. Обратите внимание, эта часть рабочего шнека у нас выполнена из металла. То кроме это того, соединение внутри самой мясорубки с двигателем тоже выполнено из металла. То есть все абсолютно надежно и долговечно. Металлическое соединение позволит нашей мясорубке служить долго, верой и правдой. Вот так. То есть это надежная, прочная мясорубка от компании Redmond. Олег, да. Чем будешь удивлять? Я буду удивлять, прежде всего, мне надо проверить надежность. Кстати, вот ты сказала по поводу металлический. Признаюсь честно, у меня другой фирмы, брендовая мясорубка, там... Когда ты мне сказал, я не знал. Именно пластиковый такой. Я думаю, что ей не суждено долго жить. Ой, ну, не дожидайся, пока она тебя посмотрит. А я возьму это. Я имею право. Я же эксперт в рубрике «Кухня». Но чтобы проверить, я хочу отправить твердые корнеплоды. Для чего я это хочу сделать? Например, я сейчас отправляю морковь. Морковь по плотности сложнее прокручивается, чем, к примеру, мясо, даже жесткое. Но она справляется с легкостью, наша прекрасная мясорубка. А значит, что ты можешь добавить, Алия? А значит, что она с легкостью сделает вам как аджику, так и любой другой соус. А теперь мы бросаемся в сельдерей, я так сельдерей, понимаю. Сельдерей, да, я хочу сделать просто овощной довольно соус. Довольно волокнистый. Итак, с помощью мясорубки Redmond вы можете получить не только свежий рубленый фарш, но и любые другие заготовки на зиму. Аджика, томатные соусы, кемали. Итак, не только сегодня, огромнейшая скидка. Мясорубка Redmond. В нее в комплекте есть не только все, что необходимо для приготовления фарша, но и еще есть вот такая конусообразная насадка. Так, вот расскажи, кстати. Ты любишь сосиски? Или сардельки? Люблю. Или колбаски? Люблю, конечно. Слушай, ну а покупаешь, наверное, сухое там или какие-нибудь бешеные деньги отдаешь? Я покупаю сосиски, покупаю разные. Ну, честно говоря, да, не знаю, что туда добавляют, это меня немножко настораживает. Вот, а здесь с помощью вот этой вот насадки для колбасок ты можешь делать дома сама настоящий натуральный колбас без всякой химии. Да ты что? Абсолютно. Более того, это еще не все. В комплекте, внимание, в комплекте покупать ничего не нужно. Идет следующий. Насадка, которая называется кебе. Это насадка, с помощью которой мы можем сделать полые трубочки из мясного фарша, из сырного фарша, из
тесто можно сделать полую трубочку, внутрь которой мы можем положить какую-либо начинку. Во! Помнишь, как в детстве мы ели вафельные такие трубочки со сгущенкой внутри? Со сгущенкой, кто же не помнит? Пожалуйста, конечно, ты можешь сделать эти вафельные трубочки здесь. Да ты что? Конечно. Итак, девчонки, пока вы говорили про кибе, я приготовил именно кибе, только знаешь, как по-русски они называются, еще их называют зразы. Я их зафаршировал обыкновенным сыром. Посмотрите. Вот он. А сочные вот он, как какие? Он сочно. Давайте разверну. Вот он, посмотрите. Внутри расплавился сыр. Расплавился. Из куриной грудки перекручивал здесь. И при помощи нашей мясорубки я приготовил вот такие фаршированные зразы. Посмотрите. Ух, как! В комплекте к этой мясорубке также идут две решетки с разными отверстиями разного диаметра. Угу. Вот можно обратиться к Олегу, как профессионалу. Он скажет, зачем нужен фарш крупный или мелкий. Спасибо большое, наконец-то предоставили слово. Во-первых, правильно, я расскажу правду случай из жизни. Давай. У меня на производстве, когда я был шеф-поваром большого комбината питания, мы много готовили чебуреки. Манты чебуреки. Им нужна была именно крупная насадка, чтобы там получилось у нас рубленное крупное мясо. И именно мы использовали самые большие насадки, которые у нас были. Здесь эта насадка входит в комплект. И еще немаловажно, если вы готовите пельмени, для пельменей я вам рекомендую использовать вот эту насадку, которая идет в комплекте. Представляете, какая выгода? А для котлет какая необходима? Для котлет, ты знаешь, если шницель мясной рубленый, я тебе рекомендую делать вот на мелкой насадке. Если, к примеру, бифштекс, можно делать на крупной, конечно же, насадке с булочкой тоже. Ой, это вкусно, вкусно, вкусно! И хватит уже покупать в магазине фарш. Неизвестно из чего, какой свежести мяса. Что туда подмешали? Вы будете делать свой фарш, свои котлеты, и свои чебуреки. И не только фарш, но еще заготовки. Перетирать, делать детское питание. Перетирать малину, другие ягоды, крыжовник, вишню, черешню. Все, что у нас сейчас. У нас впереди летний сезон. Обработать эти продукты нам поможет маленькая, легкая, компактная, главное, мощная мясорубка Redmond. Итак, мощная мясорубка Redmond справится не только со свежерубленным фаршем. Итак, мясорубка Redmond абсолютно безопасна, надежна и только для вас. Только сегодня большая скидка в честь часа Redmond. Вперед! Итак, еще раз напоминаю, больше 1,5 килограмма фарша в минуту. Есть функция реверса. И самое интересное, что это компактное решение на вашей кухне. А значит, вы экономите пространство, это удобно. Я хотела бы еще уточнить, легко ли она собирается, насколько она долговечна, сколько она нам прослужит. Ну, как ты видишь, сборка и разборка занимает по времени буквально несколько секунд. Легко моется под сильной струей воды, то есть не нужно прилагать никаких усилий. Все детали сделаны из высококачественной стали. То есть на вкус, запах и цвет нашего приготовленного блюда никоим образом не влияет. И все это в мясорубке Redmond и только Redmond. Вы можете заказать прямо сейчас вашу мясорубку Redmond. Кстати, не только для себя, но и сделайте подарки. Сделайте подарки любимым. Какой мясорубкой пользуется ваша мама? Она тратит много сил для того, чтобы перекрутить кусок мяса. Пусть этим займется мясорубка Redmond.